Саудовской Аравии пилотам пришлось сажать пассажирский самолет без переднего шасси. На борту находился 151 человек. Вот кадры этого приземления. Лайнер должен был лететь из Медины в столицу Бангладеш, Дакку. Но сразу же после набора высоты командир обнаружил неисправность и запросил экстренную посадку. Как сообщается, экипаж дважды заходил на полосу и лишь с третьей попытки успешно приземлился.